Всем привет! Тема сегодняшнего видео, давай вот так вот, чтобы свет не осветил, потому что будет темно. Это огнестойкие, взломостойкие сейфы. Этот сейф часто мелькает в нашем видео. Хотел про него немножечко рассказать. Сейф относится к кассовым бронированным сейфам из серии F30CL. Размеры этих сейфов могут колебаться как от 30 сантиметров, так и до метра высотой. В чем главное отличие этого сейфа от других сейфов? Вот можете посмотреть. Первый класс опору, кассовый, бронированный. Вот. Данная модель обладает огнестойкостью. Поэтому эти сейфы обязательно нужны двум категориям покупателей. Это нотариусы и это юристы, которые заявляют о том, что они хранят документы своих клиентов. Если вы собираетесь заниматься бизнесом нотариальным или хранением документов юридических, вам просто крайне необходимо купить такой сейф. Цена на такой сейф порядка 8 тысяч гривен. Еще одна особенность этого сейфа от других сейфов, тем, что он оборудован компонентной такой вот пластиночкой, которая при нагревании расширяется 40 раз. Поэтому, если возникает большая температура, кислорода внутри сейфа нет, и документы, которые вы вытаскиваете после пожара, у вас читаемы. То есть это самое главное, что документы читались. Потом их можно легко восстановить. Вот. Всем клиентам, естественно, которые приходят к нам в офис, которые не ленятся пообщаться с нами, выяснить какие-то нюансы, предоставляется, естественно, скидка. Скидки вы узнаете, когда придете конкретно в наш офис на Симона Петлюра 14. Ну или пишите нам письма на investalk.com на нашем сайте. Вот. Замок на этом сейфе достаточно надежный. Американский замок по типу Lagard, только немножко уже усовершенствованный. Легко открывается. Легко закрывается и очень легкий в обслуживании при замене кода. Батарейки меняются снизу, не так на некоторых замках внутри сейфа. То есть всегда есть возможность поменять. Знаете, что разрядится, да? Крону. Сейчас я покажу. То есть крона, видите, меняется снаружи. Ну, на многих батарейках она меняется изнутри сейфа. Ну да, це треба якийсь майстер-ключ, а це вже безпеку зменшує. Тактики, да, то есть, ну, дуже незручно. Якщо я пароль забуду, що робити? Буває, тут отойдет. Ну, якщо тут пароль забудеш, ну, тоді його треба відкривати, звісно. Ці замки ніякими волшебними способами, які там розказують, що там приїхав чоловік з комп'ютером, щось підключив, і він відкрився такого способу. Магнітом не можна відкрити чи ударом? Ні, магнітом. Кстати, по поводу этих магнитов, это сейфы какого-то китайского чи корейского производства. Вот эти? Чи те, что магниты? Нет, вот те, что вот видео наш канадский коллега снимает, это совсем не американские сейфы, как я заявляю. Ну, але він їх купляє в, не в Walmart, а чи в Walmart. В ну, американському, канадському епіцентрі, да. Walmart називається. В принципе, все наши люди везде одинаковые, у нас тоже покупаются в епіцентрі. Потому что, ну, что есть, то и покупают. Маем, а ты что маем. Ну да. Вот. Но надо покупать на фирмах сейфы, которые именно только сейфами занимаются. Почему? Потому что, во-первых, вам объяснят, то, что и вы купите именно то, что вам надо. Угу. Цена, качество и необходимость. То есть вы не переплатите деньги. И в то же время вы купите именно настолько, насколько вам, ну, нужно этот сейф. Угу. То есть если вам нужно хранить, там, я не знаю, пульт от телевизора, лекарства, короче, детей. Вам достаточно этого сейфа. Ну, примитивно объясняю. Если вам нужно хранить юридические документы, вам нужен такой сейф. Ну и так далее. То есть, ну, также можно, в принципе, заказать этот сейф в другом исполнении с обыкновенным ключом немецким. То есть будет намного дешевле. Вот это то, что касается рекламы. Запомните, сейф F30CL. Вот тут поближе. Угу, да. Ну, можно из таких сейфов, просто он на выставке один, а так их очень много. Вот весит он 69 килограмм, какая-то малютка такая.
Можете представить себе. Его треба прикручивать и чей? Обязательно, да. В каждый сейф идет в комплект вот такой вот анкер, видите? Китайский, наш украинский анкер, хороший, вот, достаточно надежный. Ко всем сейфам идут анкера. Але якщо я прикручу, через той отвір не піде тепло всередину, не згорять мої речі? Діло в тому, що здесь отвір, вот, видите, посмотрите. Здесь сделан отвір немножко, видите как, не дырка в сейфе, а отвір заделан, то есть как, такого отвіра нету. То есть, это конструкционный, да, конструкционный отвір, видите? То есть, если... Ну нічого, я зрозумів, ми повіримо тобі, що... Ну, він сквозний, так, да, цей отвір? Ага, он сквозний, видите, как он сделан? То есть не просто дырка в сейфе просверлена, заизолирована, да, 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 да. И ригеля, видите, не просто входят за дверцу, входят в скважины, вот, и здесь они входят в скважины. Ну, видно, то есть очень, очень качественное исполнение сейфа, очень качественное. Короче, фирма Рівне Сталь, Капитал Сталь, да. Сайт Рівнесталь.com.ua рекомендует цей сейф. Рекомендует, и в принципе не только этот сейф, у нас очень большая линейка взломостойких сейфов. Ну это не только взломостойки, это еще и огнестойки, то есть это два в одном получается. Да, главное не полениться прийти, и тут на месте уже можно более подробную информацию получить и договориться за цену. Ну это, кстати, первая часть нашего балета, и переступим к такой более веселой части, это замки. Нет, чуть-чуть. Потім я буду говорити друг. Ми нічого розказувати про замки сьогодні не будемо. Ми просто хочемо сказати, що в следующем відео ми покажемо вам не тільки, як відкриваються замки, бо це вже надоело, це все, а як защититься від взломщиків. От, мені здається, буде більш цікаве відео. Тому смотрите нас на каналі в Ютубі, підписуйтесь на наш канал, і в следующем відео ви побачите дуже багато цікавої і полезної інформації. Пока-пока.